Этот двор на пересечении улиц Шевченко и Пушкина появился более полувека назад. По словам местных старожилов, именно тогда и начались проблемы. С момента, как его поставили, то есть мы вселились, там какая-то вот брак получился в соединениях труб вот внизу. В канализации. Трубы не так должны соединяться, они вот так. И теперь эта вода вот 55 лет течет канализация. Вонь у нас сейчас, зайдите, вы сразу упадете. Это вот столько мы там, и там дети, и все. Сколько людей уж умерло. Невозможно. Наверное, особенно первый этаж уже там нет. Сейчас одни квартиранты. Запах канализации из подъезда проникает в квартиры, доходит до второго этажа. Но это еще полбеды. Стены буквально рушатся. Люди, устав обращаться в ТСЖ, стараются своими силами продлить существование своих жилищ. Покупают цемент, песок, кое-как заделывают трещины. Покупаем за свои деньги, да, и вот видим, где что-то уже, да, и мы начинаем делать. Но так, как я хочу сказать, за 58 лет, да, мы платим регулярно все, и платим деньги не маленькие. Куда наши деньги тогда все уходят? Раз за 58 лет ничего вообще, все мы. И теперь пошла приватизация, да? Приватизировали все. Теперь, если обращаешься, только и говорят. Раз вы приватизировали, это ваше, вы собственники. Тогда я так хочу сказать. И вот мы все. Если мы собственники, раз правильно, моя собственная, да? Я за свои деньги все делаю. Тогда зачем я буду платить? Балконы тоже едва держатся, и каждый из них вот-вот готов рухнуть. В некоторых местах оторвались куски кровли, и теперь при порывах ветра стучат, напоминая жителям, что вскоре они могут остаться в буквальном смысле слова без крыши над головой. Не лучше дела обстоят и внутри домов. С потолков осыпается штукатурка, а обои отстают из-за сырости и сквозняков, проникающих через дырявые стены. И в администрации нас, значит, заверили, что наши дома будут сноситься. И еще, значит, нам дали бумагу, чтобы мы написали наше пожелание, где мы хотим, все такое. Да. Но раз наши дома будут сноситься, опять-таки, зачем с нас берут опять за капитальный ремонт? Теперь жильцы аварийных домов возмущены тем фактом, что им приходится платить деньги на капитальный ремонт, тогда как двухэтажки давно готовы к сносу. А люди мечтают поскорее переселиться из них в теплое и сухое жилье, где они не будут бояться, что стены вот-вот рухнут.